Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Валентин Медведь, мастер этнических музыкальных инструментов, который называется флейта окарина. Вы находитесь на канале мастерской этнических ремесел «Степной дух». И как уже повелось, в моих руках, естественно, музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент, который, собственно говоря, и есть та самая окарина, которую я уже около 12 лет делаю. Делаю, создаю, леплю своими руками. Вот не просто окарина, а вот такая вот красавица сегодня в моих руках. Инструмент уже нашел своего обладателя. Видео решил записать просто для истории, чтобы окаринка осталась вот в памяти у меня. И, возможно, вы посмотрите, вам она понравится. Вот, напишите комментарий, отзыв. Сегодня у меня день, который я называю День Дедушки Мороза, когда я упаковываю посылки и рассылаю по тем городам и странам, откуда у меня люди приобрели инструменты. Вот, поэтому скоро поеду отправлять вот эту окарину и многие другие, которые вы приобретаете, возможно, еще думаете, и также для вас буду упаковывать и высылать. И как и обещал, я сейчас на этой окарине поиграю для вас, вот, чтобы оставить ее в памяти YouTube, вот, и для себя также. А тональность у нее ре, а строй минорный. Вот такой у нее бархатный звук, минорный. Минорный – это значит задумчивый, глубинный и, можно сказать, даже отчасти медитативный. Если понравилось видео, не забудьте поставить палец кверху, подписаться на мой канал и следить за выходом новых роликов. Всем прекрасного расположения духа, хорошего настроения и до новых встреч на моем канале. Пока-пока.